Добрый день, всем привет. Начинаем маленькое путешествие по Италии. Хочу вам показать главный собор. Собор Святого Петра, Базилика ди Сан Пьетро. Главный католический собор. Важнейшее историческое христианское сооружение в мире. 60 тысяч человек может одновременно находиться. Но вот это вот знаменитый Кивори Бернини. Установлены 4 колонны витые. Очень красиво. Строили его очень долго. В общем, я не буду рассказывать этот собор. Хочу сказать, что здесь сосредоточены просто потрясающие работы самых настоящих художников мира. Бернини, Микеланджело, Кристофари, Филиппо делла Валле, Картона, Боромини. Ну, далее много фамилий перечислять не буду. Просто когда находишься внутри этого собора, конечно же, ощущаешь себя каким-то маленьким таким человеком. Вот еще интересно, в капелле Святого Причастия, это внутри собора, происходил ритуал поцелуй ноги. Это когда верующие прикасались губами к ноге усопшего понтифика. Пий XII изменил этот ритуал. Вот такую вот интересную вещь я нашел в интернете. Ну, это так, ремарочка. Просто когда находишься внутри этого собора, конечно же, ощущаешь себя каким-то маленьким таким человеком в этом огромном, самом большом соборе в мире. Больше всего, я уже здесь несколько раз бываю, меня поразили, конечно, скульптурные группы, выполненные скульпторами знаменитыми. То есть поразило вот это их пространственное мышление такое. Как это все можно сделать, я, честно говоря, не представляю. Но это, тем не менее, сделано. Здесь всегда очень много людей. Все хотят прикоснуться к скульптуре, к пальцу Петра XIII. Потому что считается, что если прикоснешься, то ну, все у тебя получится. Это действительно так. Поэтому вот просто посмотрите всю эту красоту. Ну и, конечно, по возможности, кто не был в Италии, кто не был в Риме, есть смысл съездить. Вот поверьте, что это здорово, просто и красиво. Все, не буду больше комментировать ничего. Уже столько много видео сделано.
Надо еще отметить, что здесь находятся священные гроты. Это усыпальница пап римских. Они расположены на глубине 3 метров. Здесь можно увидеть усыпальницы пап римских, императоров, кардиналов, представителей королевских семей, ну и так далее. Там есть такие маленькие часовенки. Так вот, одна из часовен посвящена святому апостолу Петру, именем которого назван главный католический собор мира. Он как раз расположен над главным алтарем, где ежедневно проводится богослужение. Ну вот и все. Всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего.